Доченька, тебе исполнилось 5 лет, и сейчас ты узнаешь свой процент яда. Ой, мамочка, а я не ядовитая? Что? Нет, 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 не может быть, это ошибка. Ты должна быть такая же ядовитая, как и мы с твоим отцом. Дорогая, посмотри, у нее даже нет клыков, она вообще не кобра. Доктор, это ошибка. Успокойтесь, мадам. Най, откройте рот, сейчас я возьму образец вашего яда и проверим. Может быть, это действительно ошибка. Простите, это не ошибка, ваша дочь действительно не ядовита. Фу, мама, она вообще не кобра, почему она живет с нами? Я кобла, я самая настоящая коблина. Да, доченька, она вообще не кобра. Если у нее не появится яд до 16 лет, то ее уничтожат. Сейчас мы вас будем распределять по уровню вашей ядовитости и силы. От 1 до 30 в зеленый сектор самый слабый, от 31 до 50 в синий и от 51 до 100 в черный. А у меня пока 0, мне куда? Идите в зеленый и молитесь, чтобы яд ваш наконец-то появился. Записываем, самые сильные кобры с ядом 100%, они невероятно смертельны. Далее идут кобры с 50% силы, их укус может убить через несколько дней. А мы кто в зеленом? Ваш укус вообще не смертелен, а у вас вообще нет яда. Мам, прошло уже 10 лет, но у меня так и нет яда. Родная, если завтра на экзамене яд не появится, то тебя уничтожат. Хоть бы 1%. Да, у нас с твоим отцом по 99%. Мы самые сильные кобры в мире. Вам с папой стыдно за меня? Сегодня заключительный экзамен. Каждая из вас должна показать свой процент яда. Най, я надеюсь, вы готовы, иначе вы знаете, что с вами будет. Я готова, профессор. Бедная Най, у нее, наверное, минус 100% будет. Девочки, вы представляете, у меня 99% яда, я сильнейшая. Най, откройте рот. Конечно, профессор. Сейчас мы возьмем еще один образец вашего яда. Ну чё, волнуешься? Да мне кажется, она мечтает хотя бы 0,5% яда. Ага, стрёмная ужиха. Най, ваш результат готов. Что там такое? Я не понимаю, это какая-то ошибка. Процент яда загружен.